Тбили по-грузински «теплый». Отсюда имя города Тбилиси. Более полутора тысяч лет назад так назвал его грузинский царь Вахтанг Гаргасали. Рождение Тбилиси овеяно легендами. Вот одна из них. Как-то раз на охоте Вахтанг Гаргасали ранил стрелой оленя. Вода теплого серного источника исцелила его. На этом месте Вахтанг Гаргасали велел основать город. Метехская крепость. Отсюда начинался Тбилиси. Старинные замки и крепости – живое свидетельство многовековой истории, богатых художественных традиций, высокой культуры грузинского народа. Тбилиси раскинулся по обе стороны реки Куры и протянулся вдоль ее берегов почти на 30 километров. Отроги горных хребтов сжали в этом месте долину реки, поэтому планировка города очень своеобразна. На горе Мтацминда находится пантеон выдающихся писателей и общественных деятелей Грузии. Здесь же похоронен Александр Грибоедов. Память о прошлом. Она живет не только в сером граните монументов славным сынам грузинского народа. Шатар-Уставели, Гурамишвили, Чевчавадзе и Церетели. Она и в многообразии культурной жизни сегодняшнего Тбилиси, столицы советской Грузии. В центре города, на проспекте Руставели, сосредоточены правительственные и культурные учреждения республики. Западная часть Тбилиси – район высших учебных заведений и научных центров. Десятки исследовательских институтов, объединенные Академией наук Грузинской ССР, успешно работают над актуальными проблемами науки и современного производства. В этом немалая заслуга выпускников высших учебных заведений столицы, крупнейшего в Закавказье политехнического института имени Ленина, Тбилисского государственного университета, сельскохозяйственного института. Тбилиси расположен в центральной части Закавказья. Это способствовало развитию его экономики. Предприятия тяжелой и легкой промышленности работают на привозном сырье. Тесная деловая дружба связывает грузинскую столицу с городом Рустави, откуда поступает металл для тбилисских заводов. Производство электровозов – ведущая отрасль машиностроения Тбилиси, имеющая союзное значение. Многочисленные заводы выпускают станки, приборы и аппаратуру. И все же главное место в экономике Тбилиси занимают легкая и пищевая промышленность. На станках местного производства работают крупные предприятия по выпуску шерстяных и шелковых тканей, трикотажа. Славятся на весь мир марочные вина и коньяки, выпускаемые тбилисскими заводами. Грузинский чай и табак. Город непрерывно растет. Тбилисский метрополитен связал отдаленные районы с центром. Развивающаяся промышленность и современный транспорт города требуют все больше энергии. После включения Тбилиси в единую энергосистему Закавказья эта проблема была решена. Железнодорожным, воздушным и автомобильным сообщением связана столица Грузии со всей страной. Город древний и юный. Никто не останется равнодушным к его красоте. Патриотизм и гостеприимство грузинского народа символизируют возвышающийся над городом монумент матери Грузии –